Шановні наші читачі, у кінці минулого року редакція районної газети «Родні витоки» об'явила об розіграші 10 призів-сюрпризів для тих наших підписчиків, які зроблять підписку на перший квартал року бягучого. До 31 снежня ми отримали аж 84 квитанції з підтвердженням цієї підписки і вирішили повеличити призовий фонд до 23 призів, як символів року 2023. Гэтыя призы мы зараз с вами и разыграем. Ну, а зараз починаем розыгрыш. Номер 3. София Голикова Ситцы. Номер 28. И приз достается Раисе Козел с Крулевщины. Номер 43. Данута Лявко, Докшицы. Номер 55. Александр Юкович, так само докшится. Номер 31. Сергей Мажей, Бягомоль. Номер 27. Галина Супранович, Бягомоль. Номер 45. Любов Лялко, докшится. Номер 73. Валентина Артеменок, докшится. Номер 7. Валентина Двояжонова, так само докшицы. Номер 61. Лилия Махой, докшицы, веншуем. Номер 57. Вольга Трус, докшицы. Номер 33. Виктория Патрушева, докшицы. Номер 20. И приз достается Болеславу Габранскому, докшицы. Номер 12. Антонине Коростик, докшицы. Номер 59. Олене Туловской, докшицы. Номер 4. Александр Мастерович, докшицы. Номер 42. Дмитрий Сяцко, Бягомоль. Номер 58. Наталья Модаль, Янки. Номер 30. Владислав Пелячинский, Сверки. Номер 21. Виктор Толяронок, город Минск. Номер 15. Сергей Лиша, Крулевщина. Номер 78. Счастливый владельник номера и приза Светлана Варган с Докшиц. Кошний номер 29. Супер! Приз! Яго счастливая уладальница Тамара Новикова с Докшиц. Віншуем! И великий дякуй усім нашим подписчикам. Заставайтесь с нами.